А в Алматы открылся ежегодный фестиваль тюльпанов. С многообразием первоцветов, растущих на территории Казахстана, может познакомиться любой желающий. А еще побывать на тематических мастер-классах и оценить работу флористов. Наргиза Такижанова расскажет подробнее. По словам организаторов, именно Казахстан является родиной тюльпанов. Более 10 миллионов лет назад в пригорьях Тянь-Шаня появился этот необыкновенный цветок. По своей форме он напоминает головной убор, а с его окрасом не сравнится ни одна палитра художников. И вот на этом участке, принадлежащем дворцу школьников, дети высадили тюльпаны. Получился Алатау в миниатюре. Целью сегодняшнего мероприятия является формирование патриотического воспитания именно подрастающей молодежи, а также любовь к природе, любовь к сохранности природы нашей страны. Ну а также еще одно напоминание о том, что именно мы, точнее, именно наша страна, Казахстан, является родиной тюльпанов, первых цветов тюльпанов. И именно с нашей страны были переплавлены через Турцию в Голландию. То есть несколько сортов, которые сейчас может как бы увидеть весь мир. В мире насчитывается около 110 видов тюльпанов, а Казахстан по праву занимает ведущее место среди всех стран по сохранению видового разнообразия дикорастущих тюльпанов. На территории страны произрастают 39 этих необыкновенных цветков, 12 видов из которых являются эндемиками, а 18 занесены в Красную книгу Казахстана. А вот родоначальниками многих культурных сортов тюльпан Грейка, Регеля, Колпаковского являются эндемиками Средней Азии и Казахстана. Тюльпаны распускаются рано. В зависимости от типа, каждый вид начинает цвести в разное время. Основную часть территории нашего центра занимают тюльпаны. Здесь мы их выращиваем, показываем деткам, как правильно за ними ухаживать. Цель нашего праздника – защитить эти растения. В рамках фестиваля прошли различные мастер-классы. Также были организованы концерт профессиональных и детских коллективов, конкурс аранжировщиков, состязания детских флористических костюмов, выступление джазового оркестра, выставка детских рисунков и многое другое. Наргиза Такижанова, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматы.